Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. В этом выпуске основное за неделю. Крупнейшие заводы региона увеличили свою прибыль. Они опубликовали бухгалтерскую отчетность за прошлый год. Многие крупные предприятия улучшили свои финансовые результаты. Так, прибыль завода «Лепси» выросла на 10 миллионов рублей и составила 300 миллионов за прошлый год. 130 миллионов заработал завод АЦМ. При этом предприятие показало существенный рост на 50 миллионов по сравнению с позапрошлым годом. И впервые за последние 6 лет его прибыль превысила 100 миллионов. Порядка тех же 130 миллионов заработал ИСКОЖ, а вот на заводе «Маяк» и значительное сокращение прибыли. С 400 миллионов она упала до 280. Программа «Экономика». Собственник «Джимола» выиграл суд против налоговой. ЗАО «Маяк Инвест» в арбитражном суде оспорило до начисления 40 миллионов рублей налога на имущество. Фискальный орган сделал это, выявив по результатам 2015 года неполную уплату средств. Компания заявляет, что имела право на льготу по своему инвестпроекту. Налоговики же руководствовались изменениями в областном законодательстве. Согласно им, льгота возможна только в случае отсутствия долгов перед бюджетом. Невыполнение этого условия и повлекло за собой вывод инспекции об отсутствии у общества права на льготу в 2015 году. Суд решил, что нововведение ухудшает положение налогоплательщика и встал на его сторону. Экономика на 101 FM. Кировчане в два раза чаще стали расплачиваться картами МИР. Средний чек по ним в апреле составил чуть более 500 рублей, следует из статистики оператора системы национальной системы платежных карт. В марте средняя сумма чека составляла 470 рублей. Отмечается и рост числа платежей по картам МИР в Кировской области. В марте было совершено 5000 транзакций, по итогам апреля 10 тысяч. Программа «Экономика». К другим новостям. В Омутнинском районе будут производить лекарства для животных. Завод «Восток» начал выпускать препарат «Полифепан». Это природный сорбент, который помогает при интоксикации и желудочных расстройствах. Продукт получают на Кировском биохимзаводе. В «Восточном» его перерабатывают в готовый для употребления продукт, биоактивные кормовые добавки для животных и расфасовывают. Планируемый объем выпуска до 20 тонн в месяц. Руководитель демьяновских мануфактур заплатит штраф за невыплату зарплат. Мировой суд Подосиновского района оштрафовал его, несмотря на то, что долг был уже погашен. Факт невыплаты 300 сотрудникам в общей сложности 6 миллионов рублей ранее выявила прокуратура. На организацию и гендиректора были заведены административные производства за неоднократные нарушения трудового законодательства. Компания заплатит государству 80 тысяч рублей, ее руководитель 30. За недостоверные сведения компании будут исключать из реестра юрлиц. Такое право налоговики получат с 1 сентября. К этой мере они смогут прибегать, если в течение полугода организация не исправит в реестре неверную информацию о себе. Только за 4,5 месяца этого года, по данным налоговой службы региона, в реестр внесено свыше 1200 записей о недостоверности сведений о руководителе, учредителе или адресе организации. Эти записи вносятся после того, как юрлица проинформирует о том, что необходимо исправиться, они этого не сделают в установленный срок. Экономика. Коротко несколько цифр. Более 100 миллионов рублей принесли областной казне лесные аукционы. 80% денег, выделяемых на госзакупки, достается кировским поставщикам. На 13% выросли долги налогоплательщиков Кировской области в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого. В завершение в валютах. Доллар сегодня стоит 56 рублей 7 копеек, курс евро 63 рубля 1 копейка. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.